Спасибо большое, профессор. Теперь объявляйте дискуссию. Пожалуйста, вопросы. Вопросы можно задать? Да. Вот мне очень понравился ваш доклад, очень он глубокий по содержанию. Я не могу сказать, что я все понял. Настолько он глубок и сложен по своей структуре. Но у меня, уважаемый профессор, есть два вопроса. Вот, как вы думаете, вот можно ли вот эту методологию анализа имен использовать для того, чтобы определить, выяснить этническую принадлежность человека? Этническую. Ну, национальную, этническую принадлежность индивида, человека. Ну, вот, например, Мордехай Маркс Леви. Как вы думаете, кто по национальности? Кто? Мордехай Маркс Леви. Мордехай? Ну, Мордехай, Мордехай. Это еврей, да? Еврей. Так. Ну, вот еще один у меня вопрос. Вот президент Соединенных Штатов Америки. Имя у него такое же, как вот то, которое вот пытались этой женщине, да, предложить, Барух. Скажите, какова этническая принадлежность или национальность? Ну, не национальность, потому что не понял, президент Соединенных Штатов Америки, да. Как он, кто он по национальности, по этнической принадлежности? Все-таки надо какие-то приличия соблюдать. Вы знаете, поскольку у нас это я сейчас идет... Я я это не могу слушать. Все-таки давайте ближе к докладу, ближе к... То есть у вас по имени можно ли... Да, можно ли по имени определить не только характер, не только биографию, да? Не только карьеру человека, но и его этническую принадлежность. Можно этимологию вот, имени. Да, такой простой вопрос. Спасибо за внимание. Пожалуйста, а вот у Гумбольдта были последователи в 20 веке? Его, вы назовете теорию имен Гумбольдта, вот в Германии, нет, в немецкой традиции. Трудно сказать. Особенно в литературе, как вот у кого? У Гумбольдта. А, в Германии? Да, в Германии. Именно в Германии. У нас-то полно. А вот это не так сильно развито. Не так сильно. Да. Очень, ну, это у вас, это Густав Шпет или... Ну да, нос, нет, ну много, это, да, у нас много. Ну, так потемнее начинает там это... Именно из-за этого я говорю о юго-центризме русской культуры, но это не моя идея, это так явно, да? И как раз наоборот, в немецкой культуре слово, и не так в центре, несмотря на то, что есть явление, как Хайдеггер, на мой взгляд, он хлебников философии, у кого... это явление все-таки этимологизация, терминология, то есть, надо сказать. И, кстати, очень интересная полемика Кевита против логоцентризма или фоноцентризма, с одной стороны, с другой стороны, он так много прав, не только Ницше, но у Хайдеггера, и все его каламбуры и крыслов, в немецкой культуре после фашизма уже нельзя было. Это значит, отвечая на первый вопрос, можно сказать, что фашизм не только причина для того, чтобы люди уже не верили в силу слова, но как раз наоборот, не верили в силу слова, в каком-то смысле, возможно, причина для этого. Но это верно, что эта гумбольдтская традиция или это языковое мышление и так далее, после 45-го года уже не так сильно. Но сегодня есть филологи, которые под влиянием славистов, может быть, заново занимаются именно, как это у вас это было, и Каспаров, но не Михаил, но и другие. Лингвистика так далеко от всего этого ушла, что поддержка с этой стороны не ожидает. И поэтому остается психоанализ, анализ. Там все это играет огромную роль. И для литературоведения очень опасно. Это я понимаю, что мы постоянно думаем только о письменной форме.
и все эти явления вышли в рамках языка, все это вошло в философию. Этимологизация это действительно самый главный инструмент мышления. И это в рамках языковой культуры в Германии, Австрия это что-то другое, играет совсем другую роль. В этом смысле есть национальные культурные как-то предпосылки, исходя из них, этот логоцентризм каждый раз по-иначе выглядит. Я не знаю, как это здесь, но все-таки логоцентризм в русской культуре это что-то очень как-то без этого нельзя. Это, с другой стороны, не значит, что в русской культуре письменная форма играет огромную роль. Да, это мы все знаем. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Можно? Ну, да. Вопрос. Вы знаете, я поняла, насколько мы пропитаны, не знаю, русской культурой, русской традицией, гумбольдтианством. Несколько лет назад, когда у нас в Институте Судиноведения был доклад Патрика Сарио, лингвиста, швейцарского, французского. И, ну, так сказать, он специалист по истории науки, так сказать, все это был совершенно нейтральный доклад. И когда он его кончил, он с необыкновенным чувством сказал: «Ну, я не понимаю, почему вы так любите Гумбольдта?» То есть русской традиции. Мы также удивились, и я поняла, что мы этого не осознаем. После этого мне попалась как раз параллельно книга Айсмана. Да. Ну, я забыла, ну, вот, как она называется. Это он. Простите. В которой он тоже, так сказать, это подчеркивает с таким, ну, некоторым удивлением, почему это так происходит. Вот когда я слушала, до этого читала ваш доклад, еще шлейф могу тоже включить. Я подумала, но это вопрос совершенно невежественного человека. Противопоставление Хлебникова и Флоренского, оно идет внутри гумбольдтианства. У меня впечатление, что внутри, то есть это ощущение. И таким образом тогда получается, что это, в общем, термини техники, для техницы. Вот это прекрасное, действительно замечательное, сделанное подробнейшее противопоставление, но меня не оставляет мысль, что это тот же Гумбольдт, тот же Путебня, и что-то есть в русской традиции, ну, в русской культурной, литературной традиции, такое, от чего мы избавиться не можем. И именно это мне очень нравится. Что? Что это так? Во-первых, вы совершенно правы, это все-таки в танках гумбольдтского мышления. Я хотел указать на такой аспект. Если у Флоренского и у Гумбольдта передача информации, это следствие соединения женского и мужского, если это так. Но это у Гумбольдта так, да? У Флоренского в каком-то смысле тоже. Но это так, православное представление о генерировании. Как раз оборот частично у Гумбольдта, частично в протестантской традиции и у Хлебникова размножение слов происходит на основе очень деление. Архаичное до сексуальное. Да, на основе деления. И эта идея, на мой взгляд, тоже не против, говорит против гумбольдтского, но все-таки это другой тип сексуальности языка и рождения слов. Это очень интересно. И все-таки Флоренский ближе к Гумбольдту, чем Хлебников, это несомненно. Все-таки что их объединяет, это идея языкового мышления. Значит, то, о чем и Якобсон говорит в статье,
поэтики, грамматики и грамматики поэтики и так далее, что существует особый тип мышления, в том смысле, что ноэтика и поэтика – это ноэтика. И этому мало кто верит, например, германисты. И поэтому они в состоянии как-то организовать филологические институты без лингвистики. Если занимаешься только дискурсами, тогда действительно языковой уровень отпадает частично. И здесь как раз наоборот, мир развертывается из, ну мы все это знаем, из литературы, и слова творчества. И поэтому те, которые только занимаются нарративными структурами, для них это тоже не так важно. Самое главное это в лирике, это в словотворчестве, это в этих жанрах играет главную роль. Спасибо большое, пожалуйста. У меня вот такой вопрос к нашему уважаемому гостю. Вы поговорили о табуировании имен в архаике, так скользко. Вот. Но в символизме есть тоже эта тенденция, аноминация, отказ дать имя, да, вот анимский, например. Это ранний символизм тоже. Да, и традиция Маларме, то есть есть момент вот этой отказа выступить в роли номинатора и творца вещей. То есть вы как-то это явление вы рассматриваете в круге этих проблем номинации. То есть вот как бы есть фигура Хлебникова, есть Валенского, и есть между ними, вот, можно сказать, какое-то промежуточное звено, я бы сказала, творчество Анинского. Но французская традиция – это творчество Маларме. Я сказал бы, когда я писал первым том символизме, что последние десятилетия 19 века, но это ранний период символизма, действительно, там имя играет уфатическое. Скажем так, если дальше. И как пик этого явления имя Анинский никто, и это псевдомимика, это как-то характеризует этот отход. Но как только второй период символизма выступает, это не фотоэтика, тогда имя играет, ну, об этом я немножко сказал, центральную роль рождения мира. Да? Это в первый период не так. Но писать о роли имен или фамилии в ранном символизме, вот это мало что нашел. Действительно, это особая позиция. Особая. И у заглавия то же самое, да? Заглавие в раннем символизме. Которые без имен. Например. Ну, я не знаю, там Марта, Примерка. Или, допустим, невозможно. Или какие-то, ну, такие как бы акафатические названия, и, да, ну, да. Стихотворение о другом может речь идти, Ноктурну, например, да, вот так. Как бы здесь такая сложная игра, но есть этот момент постоянного ухода от того, чтобы размывать явление, а не дать ему имя, концентрировать его. Почему? Потому что в мистике апофатика и катафатика. В катафатике Дионисии в самом центре находятся имена. Как раз наоборот, в апофатике нет имен. Это анти-хронома. И поэтому в раннем символизме действительно имена играют некоторую роль. Например, это даже есть спародирование имен и фамилии. Брюсов издал, как мы знаем, книги под разными псевдонимами, но он все это сам написал. Надо сказать, что почти все стихи ранних символистов одинаковые. Это один текст, который сам себя пишет, как мужчина. У Блока, у Иванова и так далее, у них действительно очень характерные формы писания. Идиоси. Но это интересный вопрос. Такая пустая позиция. Он же связан с декадансом. Все эти сушеные селедки декаданса, которые оказались. Да. Что-то вот в этом. Да. Как это может быть? Спасибо большое. Это анонимность.
пожалуйста, уважаемые коллеги, еще вопросы. А вот скажите, пожалуйста, в каком контексте аномат-поэтики вы бы интерпретировали вот это обращение с именами у Гоголя? Скажем, в этих примерах, которые вы цитировали, Собакевич, он выступает, можно сказать, что он выступает как представитель вот такого мировоззрения, которое ассоциирует имя с вещью, а Чичиков, наоборот, для него имя просто знак пустой или ничего. Это не только знак пустой, но это, что касается лингвистики имени, что об этом очень много писал, как мы все знаем. Вообще, это любимая тема лингвистики, апофатической лингвистики. Но в основном имя – это что-то случайное. Обычно, например, как индекс. С точки зрения семиотики. С точки зрения не только семиотики, но есть такие примус, секундус, терциус, имя, такие представления. Или в Нью-Йорке первая улица, вторая и так далее. Но это в каком-то смысле катастрофа, что касается семиотики, нумерация. Да? Значит, в этом смысле имя – это чистый индекс. Да? А, с другой стороны, архаическое представление языка, об этом уже Платон вкратце пишет. Но это как раз наоборот, имя – это выражение, это у Флоренского то же самое, да? Сущности носителя. Да? Эти полярные противопоставленные позиции, да, соединяются в этих абсурдных дискуссиях, потому что действительно Собакевич говорит о носителях имен или фамилий, как о конкретных людей с биографией и функцией. Он функциональный, у него функциональный подход. Ценность этих людей в способностях их, да, для Собакевича. Да, как раз наоборот, для Чичикова, как он представитель диаболизма в каком-то смысле. Да. Все имена и фамилии, и вообще все онтологические существа ничтожны. Самое главное – это их индексикальная функция в рамках экономики. В смысле Карла Маркса, для него эти носители – это только товары. И семиотика марксизма в этом отношении действительно что-то дает. Что значит, что их ценность или автономная ценность просто отсутствует. Они, у них есть handelswert, но кein Sachwert. Sachwert в смысле их такой же Sachwert. У Якобсона существует, или у Сигмунда Фрейда Sachvorstellung с одной стороны и Wortvorstellung с другой стороны. И в этом отношении это диалог между Собакевичем и Чичиковым, это что-то очень глубокое и очень интересно, как они реагируют. И, на мой взгляд, это уже не гротескная проза, но это абсурдно. Потому что в абсурдизме, как у Барбса, самое главное – это соотношение позиций, прагматические соотношения и не парапрагматические. И здесь это видно, что это игра, да? И каждый в каком-то смысле знает, что другое имеет в виду, потому что Собакевич прекрасно понимает, в чем дело, но он играет свою роль, да? Несмотря на то, что он понимает, что для Чичикова эти аргументы совсем не важны. Да, как будто он его не слышит, да? Они, но это как в абсурдных текстах, да, бывает, что самое главное – это недоразумение, да? И непонимание – это что-то другое. Да? Недоразумение, но это недоразумение в каком-то манипулированном смысле. Да? Но здесь речь идет о ценности. И это очень комично. Как раз наоборот, сильно вчинили, да? Тогда речь не идет о индексах, да? Речь идет абсурдности
ситуации, как можно назвать героя. Это у Т.С. Элиот в начале «Cats». The naming of cats is a difficult matter. Мы все знаем, что это действительно очень трудно найти. Сначала трудно найти имя, а потом очень трудно терять. Это очень трудно что? Потерять. Ну, например, у меня такое несчастное имя, Ольга, да? Но вовсе никто не понимает, в чем дело. Значит, если у меня сын, его имя Ники. Почему? Потому что это не только любимый православный святой, да? Но каждый во всем мире знает. Мое имя — это датское имя. Даже в Тане не очень. Это датское. Вы знаете, да? Ну что? Поэтому это действительно... И со временем, как этот Флоренский пишет, со временем становится своим именем. Моя фамилия Пискунова, я профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета. У меня такой будет несколько американский вопрос. Я довольно часто получаю предложения с разных конгрессов, которые происходят и в России, и за рубежом. И я в последнее время заметила такой факт, что темы всяких конгрессов, круглых столов здесь, в России, очень часто связаны с поэтикой имени. Поэтика имени, философия имени, метафизика имени, все что угодно. Из Франции, из Испании, которой я больше всего занимаюсь, из Италии. Масса приглашений на самые разные темы, все связано с едой и телом. Поэтика еды, поэтика тела, поэтика пищеварения и так далее. Вот мне такое ощущение, что это два феномена, тоже как-то дополняющие друг друга, как у Гоголя, скажем. Или как в «Поминках по Финнегану» Джойса. Есть вот какая-то связь между поэтикой имени и поэтикой вот этой самой еды и тела, чем особенно интересуется современный антилогоцентричный западный мир. Спасибо. Нет, есть какая-то вот здесь, можно как-то связать, вот кто больше всего интересуется метаморфозами имени, как Гоголь, он пишет все время про еду. Почему? И умирает Гоголь. Нет, здесь есть связь, Джойс ее заметил. Есть какая-то связь? Да. Но 10 лет назад я написал, когда все это еще не было, да? О каннибализме, о кремниках. Действительно, для архаических систем есть это, даже в русском языке одно как-то слово, или даже пить и пыть. Кстати, очень интересно, никогда есть очень мало конференций о питье. Пиве делают правильно, это не очень оригинально. Поддержка, я не знаю. Да. Но с одной стороны, эта тема действительно интересная и важная. И интроекция, внушение в смысле детского государства, это действительно связано с этим. С другой стороны, у Гоголя высказывание, выражение, все эти анальные процессы, это, они тоже играют огромную роль. И то, и другое. И усвоение в смысле еды, это конкретная форма, это как в литургических актах. И поэтому этот интерес совсем как-то последовательный. Но обычно не бывает конференции. А еды или одновременно, да? Это жалко. И жидкости добавить разные. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, суждения, комментарии. А вот эту сцену в шинели с именами, поскольку я этим занимаюсь, мне
интересно, как вы ее трактуете именно с точки зрения подбора, набора имен, то есть что она несет в кругу вашей теории, не вообще, а вот как она вмещается в вашу теорию? Но, вот это Сварахаси, Гула и так далее. Но это типичная идея раннего формализма, например, что главное в литературе это не мышление образами, да? Это не семантика, это не метафорика, но все это и имена существуют, да? Метафорическая часть вопроса. Но здесь самое главное это не фонетика, но произношение, артикуляция. Об этом Эхенбаум, как мы знаем, очень много писал. И он даже шел так далеко, что думал, что слушатели, те люди, которые видят эти фильмы, без слов, они производят внутреннюю речь и артикулируют не на слух, но внутри то, что герой там может быть говоря на сцене или в фильме. Значит, самое главное – это артикуляция. И идея такая, что языковой жест – это основа развертывания фигуры. Из жеста фигуры. Эта идея, с одной стороны, была у Белого, Кросуллиера и так далее. И с другой стороны, в фигуре сказа. И все это, и эта идея мне крайне нравится. Мы обычно думаем, что самое главное у героев в рассказах или в романе – это их иллюстрация. Иллюстрация, я писал Тумянов в то же самое время, в 23-м году. Это очень интересная идея, что самое главное не, если мы читаем в представлениях, но в конкретных отражательных артикуляциях внутри читающего человека. И поэтому эти фамилии, которые действительно очень сложно имена, вот имена, эти имена, да? Это действительно такие объекты или вещи прозодические, да? Которые живут собственную жизнь. Да? И если это только Иоанн, Иван или Андрей, но мы их уже не чувствуем, как что-то, что-то. И поэтому, с одной стороны, эти языковые жесты являются реальными, а с другой стороны, они комичны. Потому что здесь мы присутствуем, это эффект присутствия, когда герой или человек становится человеком в процессе наименования. Есть выбор, но мы все знаем, может быть, эту ситуацию, как есть, мы ожидаем ребенка или кошку. И как найти эти имена очень как-то экспрессивны и отвратительны или комичны в каком-то смысле. И в конце концов, ну, объясняется, почему они выбрали Акакий Акакиевич. Да? Потому что это тоже имя не очень привлекательное. Да? Там все есть. Этот какофония и все эти, то, о чем Крученый в свое время писал, о функции как, так далее. Как это сравнение и как это анальные какие-то процедуры, связанные с ними, так далее. Почему они были на картах? Почему? Потому что все другие имена еще хуже. Еще отвратительные. Это тоже игра Гоголя, потому что Дула, например, имя Дула, оно абсолютно не является таким гагатоническим. Трифили и так далее. И кроме того, да, это, игра, это же ложное, да. Они же не идут в святцев, так как он пишет. Они не идут в одном дне в святцев.
Он их набирает, а? То есть это отбор. Что? Отбор. Да-да-да, он их, то есть там очень много вот такого вот издевательства над читателем или игры с читателем. Решение там действительно сложнее, чем я мог это сказать. Да, потому что этих имен вместе в святцах нет, они совершенно разные, идут дни, приурочены к разным дням. И кроме того, там есть почти совпадающее имя Повсекаки, то же самое, тоже какофоническое. Другое дело, что Гоголь его пишет неправильно. Повсекахи, что от такой прямой какофоничности уводит. Но это, в общем, синоним, ну, антоним Акаки. Поэтому мне очень нравится этот выбор. Именно потому, что он нам затуманивает глаза, особенно нам, принадлежащим совершенно другой традиции, секуляризованной, мы забыли то, что действительно в православной традиции дня рождения нет, есть День Ангела, так что тут все идет как бы правильно. Но он настолько сложно затуманивает глаза и отвлекает читателя, что в конце концов, если мы начинаем разбираться, то вот этот вот Повсекаки, ну почему же Повсекаки это не его? Ну там еще есть много способов, почему не выбрать простые имена, как и полагается, ну, имена присутствующих там. Знаете, это у меня то же самое в католицизме, у католиков та же самая проблема, что один день, конечно, да. И мое имя это Ольга, да? Как мы уже знаем. Да, но что вы не знаете, мой как это по-русски? Крестьянское имя. Небесный покровитель. Это. Потому что это кто? Ансгар. Кто? Ансгар. Это святой епископ из Гамбурга, который писал даже стихи, и так далее. И там есть такие церкви, которые посвящены нам. Потому что с Огень я не могу получить крещение. То есть ваше имя при крещении Ансгар. Это Ансгар. Ужасно. Еще хуже. И этот праздник, это 3 февраля, в католицизме это Блазиус. Но это еще хуже. Да? Потому что Блазиус – это у вас Власий, да? Власий. Да. Коров. Но Власий – это… Правитель коров. Ну, например. Что Власий? Коров. Вот все эти имена святых… Но Власий – это он святой духовник. Это что-то… Да. У нас Блазиус… Поэтому это, я понимаю, что это все очень сложно. И это случайность. Это всегда у него семиотическая игра с правилами, с нормами, с одной стороны, и случайностью. То есть случайность, это он хочет нас убедить, что случайность. Да. А у него очень большой расчет. Да. И такая сложность именно в этой сцене. Мне кажется. Да, и сегодня только филологи это знают. Татьяна Владимировна, но ведь за этими именами, я ничего, за этими именами, ведь у Гоголя вот вариантами имени, да, не стоит никакой реальности. Вот это не номина сунт консеквенция рерум. Ведь они звучат и для читателя, и для тех, да, просто пустой набор звуков. Это и показалось, никакие что это жесть. Никакие страдания, мученичество, никакого реального святого ни за одним именем нету. Ну вот когда они отбирают, кто там, это ясно, что и для читателей, и для тех, для Гоголя. Нет, для Гоголя это, кстати, есть в комментариях вот, собрания сочинений, что Гоголь знал очень редкие имена, редкие им знал жития. И там вот с житием как раз все имена вот эти связаны. Это в сердце, они все нет, имена. Нет, просто все с житиями. А с житиями. Гоголь именно по этому знали жития. Выбирал, которые, ну,
очень хорошо знал. Жития редких святых. Ну, подождите, но Гоголь, может быть, и знал, но он в тексте нет. показывает, что окружающие не знали. Они нет, отбирали он со смыслом эти имена подбирал, я хочу сказать. Но окружающих-то не было, а Гоголь был очень много. Во всяком случае, он должен был знать, что значит «фарсикаки» да. и что такое «фарсикаки». И на этом, в общем, вместе с тем, он это знал, может, даже уважал, но вместе с тем знал, что это звучит смешно. Смешно, конечно. И это смешное, трагические судьбы. Но самое сущное с ними это что-то смешное, потому что здесь сочетается случайность названия с антологией сущности человека. И со временем и случайности рождения человека это случайный факт. Да? Становится что-то не поликлиничное, что-то. Да. Ну вот у Вагинова реально цитата, у него «Нонахии у Сфазана», а у Сфазана это вариант имени Хаздазана. Поэтому вот он таким сложным способом цитирует Гоголя, опять-таки, это бессмысленно, но у нее, кстати, есть вполне нормальное имя, да ее кто там переименовывает, забыла, герой. У Сфазановны помню, а героя не помню. Ну вот, то есть вот так вот, как мне кажется, откликнулся Гоголь, вот эта сцена в шинели, это вполне естественно, что ее мог воспринять именно Вагина. Она абсурдистски звучит для Вагина, да? Это ничего нет, никаких ответов. Я бы хотела еще уточнить, в связи с традициями европейского авангардизма и, в частности, Дада, как, скажем, цюрихский вариант, Кугабальд или Мюнхенский, где тоже русский фермент Кандинского очень силен. Как вам кажется, вспоминая именно Хлебникова, дадаистский опыт обращения со словом, теория Кандинского с «Ине Жаклан» – это какое-то противостояние логоцентризму или лишь вот, ну, как бы такой иновариант? Ну, воспринимали дадаизм в Германии или в немецкоязычном мире как отрицание языка. Да? Но это до сих пор так соблюдается, и это, на мой взгляд, это трудность, потому что как раз наоборот в дадаизме самое главное – это язык, и распад языка – это все же язык, да? Это триумф языка в каком-то смысле, потому что они из этого что-то делают. Иногда не очень много, не так много, как русские. Да? Поэтому дадаизм состоит из теории, и перформанс, да? Это тоже. Что касается кандинского и дадаизма, я не так уверен, что эти связи так интересны. Но интересно, что есть эта библейская формула, что человек точно сказал «да-да» или «нет-нет», да, это достаточно. И они говорили «да-да», но в принципе «нет-нет» у русских и другое. Поэтому футурианство и футуризм, и неопределитивизм и так далее на 10-х годов, 20-х был очень круто. Богатым, да, и дадаизм нет там. Я именно там играю, на мой взгляд, не очень мощно, если вообще. Тот же Якобсон брезгливо говорил в письме «Да-да», что это запущенное в европейский обиход словечко, да. В принципе, ничего не обозначающее. Да. Якобсон это чуть-чуть противоречит тому, что вы сказали. По крайней мере, Якобсону казалось, что это в 14-м году об этом писал маленькую статью. Я путаю, может, я говорю о письмах замужем. Могу ошибаться, по-моему, 20 обращаясь к вашей схеме противопоставления, я хотела спросить, а как вы категорично противопоставляете метаморфозу и преображение? Как категории, если вообще можно ли это вот, на ваш взгляд, и отождествляете ли вы это вообще с анализом футуризма и, скажем так, ну, авангардизма и символизма, в том числе и в пластических искусствах. Потому что
Но если, например, обращаться к творческому искусству, даже русскому символизму, там и искусство, голубая роза, то здесь одновременно как бы метаморфозы, преображения, эти понятия как бы заложены и существуют параллельно, но просто очень много непонятно, если отходить только с этой стороны или только с этой. Вопрос задали по предыдущему докладу. Это очень интересный вопрос. Существует два типа трансформации. Это трансформация, да? А преображение, например, в иконографии, да? Иисус Христос в белом китоне. Это преображение в аполлонском смысле, да? Это трансформация. Белых одежды. Да, отлично. Да. И апостола, да, это так. Это преображение в смысле света, это преодоление материальности, это по типу Аполлона. Да? Дионисийское преображение – это метаморфоз в прямом смысле, гештальтвандлунг. Это то, что Дионис постоянно делает, и что в трагедии и в театре тоже делается. И эти типы трансформации совместе, эта идея и о Ницше, сосуществуют в идеальной сфере. В реальности они распадают, и или то, или другое торжествует или доминирует. Но все-таки это один термин преображения, метаморфоз, но с другой стороны, может быть, сказать преображение, трансформация к аполлинской традиции и метаморфоз к дионисийской. Но преображение – это трансфигурация, а не метаморфозы. И преображение, насколько я понимаю, оно и термин, оно относится только к одному эпизоду. И у вас написано «Фавор». Поэтому тут действительно противопоставление есть, да, преображение, да, и метаморфоз. Да. Ну, по-гречески это тип иконописи. Метаморфозис, да? Да. Это ничего другое, как трансформацию, преобразование, преображение. Это то же самое, этимологически это то же самое. Метаморфозис это. Ну, и поэтому вы и написали, что это относится к фавору. Да. Поэтому, ну вот во всей терминологии, кроме греческого, ну, условно там, трансфигурация и метаморфозы – это разные вещи. По-немецки – разные. По-немецки – это «Verkehrung», да. Да. Это преображение в том смысле, что из тела, земного тела становится астральным. Да. Да. Но это только к одному эпизоду, и это метаморфозис. Метаморфозис. Да, по-греческому. Морфе – это... Ну да, и метаморфоз – это действительно то, что пишет, описывает увидеть. Да. Это действительно не тот же самый человек, но это... Да, он превращается, в что-то другое, и иногда обратно. Да. Пожалуйста, еще вопросы. Если иссякли вопросы, я думаю, что на самом деле они не иссякли, еще где-то роятся в глубинах нашего сознания. Во всяком случае, благодарим. Спасибо за дискуссию. Это очень интересно.